Мадхури Дикшит была воплощением изящества и элегантности. Ее фото тогда и сейчас с сыном Арьяном доказывает, что она совсем не изменилась. Мадхури Дикшит вышла замуж за сердечно-сосудистого хирурга из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, доктора Шрирама Нене в 1999 году, когда она была на пике своей карьеры. Когда Мадхури спросили о ее решении оставить свою карьеру, потому что считалось, что карьера актрисы заканчивается с ее замужеством, она поделилась, что была влюблена. А любовь к мужу сделала ее супружескую жизнь счастливой. Мадхури покинула Мумбай и переехала в США со своим мужем после свадьбы, чтобы создать свое счастливое будущее с мужем Шрирамом Нене и двумя детьми Арьяном Нене и Райаном Нене, вдали от пристального внимания средств массовой информации. Через 10 лет Мадхури и доктор Нене переехали в Индию вместе с детьми. Мадхури всегда была и остается красивой. Время нисколько не изменило ее. На фото на самом верху мы видим Мадхури, держащую своего маленького мальчика Арьяна на руках, когда дуэт мамы и сына улыбался в камеру. Другая картина недавняя, где Мадхури и Арьян сидят на скамейке перед пианино. 18 марта 2020 года у старшего сына Мадхури было день рождения, и она от всего сердца поздравила его с днем рождения. Она поделилась в Инстаграм фотографией с Арьяном и написала: «Знай, что когда я ругаю тебя, это только потому, что мне не все равно, а когда я обнимаю тебя, это всегда потому, что я люблю тебя. Куда бы ни привела тебя жизнь, каким бы целям ты ни стремился, я всегда буду тобой гордиться. Я желаю тебе только самого лучшего в жизни, и пусть твой день рождения будет наполнен большим количеством любви и смеха. С днем рождения, Арьян!» Мадхури Дикшит – классическая танцовщица, и что может быть для нее большим счастьем, чем видеть, как ее дети идут по ее следам. В апреле 2020 года Мадхури поделилась видео на своей странице в Инстаграм, где ее сын Арьян играл на табле, а его мама Мадхури танцевала. Мадхури написала: «Карантин заставляет всех нас делать то, что мы всегда хотели». Можно было увидеть, как Арьян учился у своей матери катхаку. В 2019 году в интервью Мадхури рассказала, что из двух сыновей Арьян является более экстравертным. Она призналась: «Райан застенчив и замкнут, но Арьян, который более общителен, принимает участие в школьных драмах, играет на барабане, табле и фортепиано и любит танцевать. На днях он захотел научиться у меня танцу. Я спросила его, не для того ли это, чтобы произвести впечатление на девушек».